Привет. Привет, нихао. Да. Короче, все, собираемся, едем. Точнее, грузимся, едем. Теперь Bluetooth, я налево? Да, шансон, комса, да? Все бон. Вот, рюкзак закинули. Bluetooth есть, сказали, вообще все четко. Сейчас еще закинем рюкзак и вожуем. Сама, падай проблем. Падай проблем. Нету, а дай салфетку. Сервет. Ух ты, блядь, запахло. Авек перна. Айла посунси. Перна парле. Парле комса. Бонжур. Привет! Вот это вот говорят, это полностью все ананасы. Ананасовые. Нихао! Бонжур! Мботи! Банана. Это все растут ананасы, вот это вот маленькие. Стоят. На кустах стоят. Тут дура. Целая стая. Стадо. Прикольно. Мы не туда поехали, нам надо чуть назад развернуться, потому что дальше круг. Там просто показывает карта, что дальше надо развернуться и назад. Короче, едем назад. Да, надо допить до дна. Короче, мы уже приехали на сафари. Там вот ресепшн. Вот там. Сейчас нам, короче, надо туда дойти. Пешком. Здесь, короче, паркинг. Там сидит верблюд, я уже увидел. Но, конечно, камера не достанет. Я буду сейчас идти по дороге, сниму его. Вот. Вообще нереальное место. На самом деле очень нравится. Африка притягивает. Не знаю как, но как-то в этом есть какая-то своя магия. Наверное. Мы общались уже с белыми общались по этому поводу, что Африка на самом деле притягивает. Здесь очень много всего интересного. И сказать да не высказать. Вот. Это просто вот горы какие-то непонятные. Хотелось бы там походить, потом пойти туда. Главное, чтобы без ящериц, без анакон всяких там. Кобр, я не знаю, кобры здесь водятся, не? Крокодилы так точно. Только что говорили, что... А? Крокодилы точно есть, да? Крокодилы точно есть, да. Вот, у нас еще времени 9:19, нам на 10. Ну, нам говорили, что в 10, в 9:30 там уже будут сажать и ехать. Мы сейчас, короче, выпьем кока-колу, просто кока-колу, и едем дальше. Вот. Всем, кто нас смотрит, всем привет. Нихао. Нихао. Подписывайтесь, лайки. Подписывайтесь, лайки. Колокольчики. Лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Колокольчик. Не отработанная система. Я уже забыл это все просто. Да, обсуждаем, короче, что Перне $10 вход, а нам по $30 вход. Это как-то не камильфо вообще. Сапутин. Короче, во всем виноват Путин, стопудово. Сволочь, скотина. Вон там все жирафа покажу. Ну, конечно, искусственного, но... Жираф. Вот. Мы идем туда, там где-то были люди. Куча, ну, такая именно куча людей, что... Тут, может, автобус какой-то, либо, не знаю. Мы, короче, увидели, здесь недалеко лама есть. Лама. Я никогда в жизни не видел ламу. Вот, и сейчас увижу. Ну, кто, ты даже не видел? Видел, я тоже, ладно, не видел. Я в Африке был, я не был. Ну, как, это второй год, да, но я не видел ламу. Я видел только в мультике, я не помню, в каком, но в каком-то видел. Сейчас, короче, пойдем ее. По-другому не могу сказать, не могу подобрать слово, задрачивать. Драться. Пойдем, короче, с ней драться сейчас. Она стоит, ест траву, газон. Ну, не знаю, как она... Я не знаю, как эти... Как их? У нее зубы серьезные. Она может укусить? Не знаю. Паша же говорил, что она просто шипит. Регард. Слышишь, что я говорю? Я говорю регард. Регард, на.
смесь зайца и рысь. Что это? А, это кенгуру, нет? Да какой кенгуру? Нет. Что это такое? Ты кто? Кто ты? Кто знает, напишите комментарий, потому что я вообще не понимаю, что это и кто это. А, да, я уже дотронулся. Может здесь, но другая написана под рисунком. Вот это вот жестко просто. Да мне кажется, вообще на самом деле он может пролезть. Да не пролезет. Он спит, да, один? Он закрытый. Слышь, ну здоровый. Это животное какое-то. Bonjour. Bonjour. Какашки. Надо ему помочь. Да ладно, бычок давай красавчик. Да, белый, да, за ним. Да. Но он все равно достал бы, какая разница? Да достанет. Бля, ёпта. Фу. Ну, расти. Фу, бабьен. Фу, бабьен. Фу. Не надо было ему давать. Фу. Все, пошел курить. Ну он все равно достал бы, какая разница, палочкой достал бы и все. Да он уже сейчас во рту поносит. Ну. Он съел. Ну все, наши пустые будут. Давай. Да, еще не будет. Давай. Где только аккуратно, Туха. Блин, вообще сильно. Может ему жвачку дать? Не, не надо ему давать. Блин. Не надо давать. Надо было яблоки еще порезать. Да, наш аттракцион, вот. Мы планируем сесть на самый зад, то есть на самый верх. Зады. Как оно это будет все смотреться, и как мы будем ехать, вообще без понятия. По кочкам будем прыгать там, короче. Ну. Да. Вы? Посмотрели, мадам? Сава. Воу. Бонжур, мадам. Бонжур. Ну да. Скорее всего, ко мне кого-то подсадят, потому что Антон с Мариной там. Вот идет. На самом деле, какой-то аттракцион. Нам только что провели такой маленький какой инструктаж, но я ничего, нифига не понял. Я сижу на самом верху машины. Это будет еще то приключение. Если перевернемся, то я умру первым, наверное. Да, по такой дороге, конечно, ехать. Не знаю, правильно ли я выбрал, что я сел на самый верх. И самое главное, телефон не потерять. Потому что возможно все, что угодно. Charlie, il est quelque part de ce côté. Oh, maman.
Charlie Garamba. Там где-то, короче, впереди будут сейчас зебры. Нереально просто качает. Я имею в виду налево, направо. Вот, вид, короче, открывается такой вот. De l'animal. Ah, et ce rayon là aussi aide à tromper la vigilance du prédateur. Ouais, parce que si vous ciblez un zèbre, si c'est mis ensemble, vous ne saurez plus quel zèbre vous avez pointé. Chez eux, la période de la grossesse dure 12 mois de grossesse. Ah, c'est dur. Et ce soir, ils sont dans la même famille que les chevaux et les ânes. Sauf que celui-ci est têtu, il ne se lève pas monté comme le cheval. Okay. Il a ça pour couvrir les bébés. Все, на зебру посмотрели, короче, едем дальше. Ух ты же, ничего себе. Конечно, дорога вообще нереальная. Песок. Дальше вот какой-то будет спуск, не знаю. И какая-то река, либо что это. Какой-то лоб. Может, здесь крокодил есть? Опять поворачиваем. И дорога, как всегда, короче. И дорога вот такая вот. Вот такая вот. Надо себе держаться, потому что либо я улечу, либо мой телефон. Да, была ошибка сесть на самый зад. Но такого на самом деле больше нигде нет. Только в Африке. Только стоит сюда приехать, это все увидеть вживую. И то спустя какое-то время я выбрался вот на такую поездку. Прошло сколько, около 6 месяцев, как я только выехал сюда. Вон, кстати, там зебры опять. Зебры, какой-то шалаш стоит, не знаю. До конца не понимаю, что это. Еще интернет ловит, мне сообщение пришло какое-то. Конечно, за качество и за съемку такую вот трясущуюся, пардон, потому что нереально держать нормально камеру.
почему-то очень хочется мне туда пойти. Просто пойти, пройтись, не знаю. Вон, мы его наконец-то нашли. Он лежит. Он лежит, конечно же. Там вот еще один. Дорога просто нереальная. Очень сложно. Это как будто какие-то американские горки, но на выдержку силы твоей. Была плохая идея здесь, на самом деле, в зале. Спереди. Нормально. Держаться и... Не знаю. Нормально ехать. Это возможно. Да, вижу, вижу. Машина крутится, короче, у меня снеги на спине, походу, будут. Тогда. Прокатились, конечно, конкретно. Особенно к львам, когда поехали, это вообще пиздец. Да, да, да. Ну вот местность вот такая вот. Там, там, кстати, мост есть. Мост, бассейн. Флаг Украины висит вон там вот. Так, ресторанчик, где нам потратить много денег надо сейчас. Что-то покушать, может пиццу какую-то заказать, не знаю. И потом хотелось бы... И потом хотелось бы прокатиться на кое-чем. Дальше расскажу. Дальше будет интереснее, если, конечно, у меня телефон не сядет. Если здесь, если есть где здесь зарядить телефон, было бы прикольно. Такое течение нереальное. Вот. И сейчас будем собираться. Сейчас, короче, пойдем найдем, что поесть. Поедим, а после этого, скорее всего, закажем каяк и поплывем вот по такой реке. Конечно, сейчас телефон сядет, блин, это вообще фигово. Я с собой пауэрбанк не взял, сумки оставил, зря. Надо было с собой портфель брать, стопудово. Вот. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, сейчас нереально будет у нас
приключение. Да, курицу для Марины принесли вот. А для нас вот такая вот тема нереальная. Это вообще что это? Что это? Да, нереальный шашлычок. Картошка, салат, короче, какой-то. Антонио, принимайте пищу. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Kitoko makasi. Да, круто. Ну что? Фух, вышли, короче, наелись. Заказали, короче, каяк. Будет видно, не будет видно, не знаю. Ну и я и Тоха поедем сейчас кататься, а Марина останется пить самый лучший турецкий кофе в мире. В ресторане. Вот. Как мы вернемся, конечно, не понять. Нас, короче, по-тихому снаряжают. Я уже одел, Тоха вот еще одевает. Течение, конечно, вообще нереальное. Но попробовать стоит. Стопудово. И это мой, я уже сказал, что это мой будет первый раз. Первый раз на каяке. Не знаю, здесь будет воды много, немного. Телефон я уроню, не уроню. Вообще без понятия, что будет происходить дальше. Но нереально этого хочу просто. Быть здесь в Африке, не пробовать каяк на реке Конго, это же вообще, что это? Это не то совсем. Поеду сейчас. Тоху снарядили, остался только я. Под лицу, да, действительно, все к лицу. Сейчас мне шлем оденут и погоним. Дерево, просто кусок дерева, короче. Да. Мете. Si vous voulez parler l'exéda d'ajouter quelqu'un ou l'exéda de parcours. Parcours là-bas. De parcours. Ouais. Oh là il faut parler. Ça va. Faut parler, si tu parles bien, on peut faire un exéda, non? Ça ne va pas, on peut arrêter là où nous arrêtons. Ça va. Так. Ну да, возвращаться будем на... Торчат. На бревнах. Возвращаться будем на бревнах. Таких вот. Эксидан с папа Сибля. Сейчас, если будет тонуть, с меня слетит нафиг. Это Excel большой. Что ты будешь тонуть делать, блядь, по колено? Ну... Да не. Я знаю, что где-то досягаемость реки Конго около 60 метров в некоторых районах. Это я где-то вычитал. Или кто-то мне сказал, не знаю. Все, мы уходим, короче, в дальнее плавание. Мы
Что там? Ублеяк или что? А, говорит. Давай, работай. Да. Что налево, направо, мне так не очень нравится. Крокодил. А если яна крокодил, ну? Яна? Яна? Яна, яна. Я жители пошел. Наверное, что за город? Это крокодил. Сам про сам крокодил. Сам про сам крокодил. Ой. Зеро пуса. Зеро пуса. Что тут сказать? Видосики прикольные. Плывем. А? Пока мисс плывем. Пока плывем. Что будет дальше, пока не понять. Шлем на мне. Больше ничего. Больше ничего не надо. По течению она сама плывет. Ну да. Чтобы не перевернулись. Вы? Паркур? Но это уже про если possible accidents, но? Accident. Вы accident. Но по possible. По или шеф. Вы. А. Окей, все было. Сава. Да. О, иси крокодил, Регард, крокодил. Сам про сам. Топе, топе, крокодил. Вон там пороги видно. Прикольно. Короче, приплыли к разбитому судну. Золото. Будем искать там сокровища. За нами крокодил. Вообще жестко. Палка такая. Да? Так и есть. 22 для нас уже подготовлено. Длинное такое. Тоха, рассказывай историю. Мы плывем по реке Амазонка. К Амазонкам. К Амазонкам. Плывем по реке Амазонка к Амазонкам. Первое. Вот ты гнездо, да? Крокодил. Такие крокодиль лапа? Мне напоминает такие вот места Bear Grylls, как он в где-то там, не знаю, действительно, наверное, в Амазонке залазил вот такие вот чащи и пробирался туда, что-то находил там поесть или что-то еще. Ел всяких червяков, не знаю. Ну, получится, да. Ну да, да. Не, ну прикольно, что. Конечно, можно было бы дальше, там, но а что дальше? А дальше там по-любому что-то такое нереальное. Главное, шлем на мне. Говорят, что здесь крокодилов нет, но по-любому где-то есть.
А крокодил ляба, ляба, я на ту друга крокодил. А я. Trois ans. Ouais. Ah. J'ai vu aucun crocodile ici. Rien? Ну, я говорю, 3 года работал, не видел ни одного крокодила здесь. Или 3 месяца. Ну, мой французский на максималках. Не, года. Года, да? 3 года, короче, работал, не видел ни одного крокодила. Жалко. Шеф, не попросил. Забежал сразу, да? Ну да. Так, теперь надо перебраться будет на плот. Деревянный плот. Плот. Так, только я сижу. Ты давай. Только медленно, медленно. Не спеши. Вьетнамуа, да? Атан-атан. Все, теперь я. Субон, комса. Ой-ой, сава. Нам надо, короче, встать туда. Точнее, сесть сюда. Только я первый, ты назад? Или я назад? Все, теперь мы на моторной лодке. Едем назад. Да, прикольно. Ну да, да, да. Ну именно прямое бревно просто, да? Местные чешут голову, это вот так, бьют себя по голове, потому что у них наверху паряки, но кто не понял. Вот, они плывем против течения, а такого вот не волнует. Заплатили за это по $20. Мне кажется, это того стоит. 20 бачей. Вообще ерунда. Сейчас меня за руку крокодил цап. Да, виды здесь открываются нереальные, конечно, вообще. Я все покажу. Теперь я только представляю, как снимают фильмы такие, знаешь, про Амазонку либо что еще. Добрались удачно, нас сейчас там встретят. Точнее, нас никто не встретит. Вот эти два типа, которые сзади, которые спереди. Ай, да, палатку сбивают. Там мне осталось, смотри, да, сбивает палатку сейчас. Да, чтобы она не улетела. Там вот дальше мост, можно было бы сходить сфоткаться, но не знаю, ну посмотрим сейчас. Времени у нас полным-полно, по сути. Богатые белые, что сказать. Пускай он руку в воду. Она такая прикольная.
отплываем. Ну что вы там? Прибыли, ты что ни ну, разу нигде не нырнули? Говорю о том, что было бы прикольно проплыть оттуда, на каяке, оттуда и вот так вот. Течение просто нереальное, ну, здесь все видно. По-любому перевернулись бы, стопудово, 100%. Перевернулись бы, выплыли где-то около Киншасы или Браззавиль, где-то там. Или может Пойнт-Нуаре в океане вообще выбросило в океан. Она же ходит в этот, река Конго в океан, правильно? Нет. Нет? Может я фигню сказал, но все же. Атака на дерево. Ну это гнезда, наверное, по-любому гнезда, да. Просто вот там вот одно упало. Можем. А, там вот лежит, надо пойти посмотреть. Вот и здесь тоже такое же есть. Но... Даже не одно, а несколько. Во! Это что, алоэ? Фига себе. Ничего себе большое. Жесть. Вообще острая, просто нереально острая, как говорит он. Ну да, это гнезда. Вот чуть-чуть лежит. О, яйцо. Нашел яйцо. Яйцо! Да. Ящерица. Ну да, это гнезда. Интересно, они это все плетут как-то так. Прикольно. Ну еще плюс яйцо нашел. Да, только оно, ну... Зеленое, да? Угу. Разбитое, конечно. Ну, желтой котик, можно съесть. Припить. Припить чисто, запить. Джек Дэниелс. Ладно, пускай, может кто-то вырастет. Или кто-то, или что-то. Ha 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 ha!